Меня зовут Лариса, я из Вильнюса. Я сегодня хочу поделиться результатом своего отца. Это тот результат, который дал мне веру в продукт, потому что я видела, как он работает. У отца была астма, была тромбоэмболия легких, у него очень много было проблем. И сердечный клапан работал только на 10%. И придя к врачу, хирург сказал, что вряд ли месяц он проживет, потому что нужно было делать пересадку клапана, замена клапана. И мы подумали о том, что папа отказался от операции, сказал, сколько мне дано, столько я проживу. Я тогда его попросила попробовать два продукта. Микрогидрин и люцерну. Хотя воду он не пил. Он пил вот только эти два продукта. И в течение 4 месяцев мы поехали к врачу. Так как он, предыдущий наш посещение врача был на коляске, он шел сам, потому что я видела, что он стал легче дышать, он перестал кашлять кровью, у него жидкость стала собираться, вот что люцерна делала, она собирала мочевину вот эту и выводила легко, потому что он в туалет хорошо ходить стал. И когда мы приехали к врачу, врач, увидев, что он пришел на своих ногах, она быстренько сделала анализы, и результат был такой. Она сказала: у вас хорошая дочь, делайте, что вы делаете. И причем я сказала ей, что я посамовольничала и убрала свой трифаз, ваш доктор, трифаз, и заменила его люцерной. Она все эти продукты, микрогидрины или альфу-альфу, внесла в выписку о болезни. И самое было классное, что клапан стал работать не с 10 на 20%. О чем это говорит? Это говорит не о том, что мы можем вылечить человека, да, мы не лечим вообще. Но это говорит о том, что мы можем продлить жизнь человеку и улучшить качество его жизни, состояние. Поэтому по себе мои результаты – это к 40 годам 3 хронических заболевания и плюс лишний вес. Мне сейчас 56, минус 20 килограмм, хронических заболеваний нет, потому что я... У меня была вегетососудистая дистония, у меня эндокринная щитовидка полетела, 2 узла, и язва желудка и гастрит. Этого всего у меня, слава богу, нет, потому что я как истинный человек, который я с молодости наблюдаю за собой, каждый год хожу к врачу сдавать анализы профилактически. Я это делала всегда, и это нужно делать, необходимо просто. Поэтому сейчас этих заболеваний нет. У меня все хорошо, и с желудком, хронических заболеваний нет. Есть просто недообследованные люди. Поэтому вот мои такие результаты. Спасибо, Лариса, огромное благодарю.